Шалом, дорогие друзья, шалом, хаверим, хах, самех, пурим, с праздником вас сегодня, с праздником победы, с праздником торжества Господа, и пусть это торжество придет во все сферы ваших жизней, его победа, его торжество, и пусть каждый из вас увидит его руку в своей жизни. У нас сегодня уже пришла весна, немного потеплело, все так как-то ожило, и настроение особенно радостное. Праздник, еще и приход весны, это всегда не может не радовать. Но мы на канале с вами Рэбе Элиягу Коцер, и сегодня мы поговорим с вами над одним интересным моментом и аспектом этого праздника, о котором я вчера не говорил, но он очень такой интересный, и я скажу, не буду интриговать, я скажу, это обычай, традиция праздника, о которой знают все евреи и выполняют многие из них. Это надо в этот праздник так напиться, чтобы Амана от Мардохея не отличить. И сегодня мы попробуем с вами понять, откуда оно возникло и почему оно возникло. И зачем, скажем так. Потому что, вы же понимаете, что все в символах и образах. И я сколько был по синагогам, на праздниках, и в частности на Пурим, я видел, что пьют и водку, и вино, но я не видел ни одного человека пьяного, или там ругающегося, или хулигана какого-то, который напился там и в салате спит. Не видел, это честно, и это традиция народа, и здесь мы не можем ничего сказать, правильно это, неправильно, пусть Бог судит свой народ. Лично я не считаю, что надо вот эту, исполнять эту традицию, достаточно комфортно чувствую себя и без исполнения ее. Но мы поговорим сегодня о том, почему это и зачем это, и как это вообще можно духовно объяснить, или можно ли вообще его объяснить духовно. Ведь чисто такое плоское понимание и пьянство, оно же нигде никогда не приветствовалось. А тут вроде бы как должны это все и даже сделать. Но интересно, и я думаю, что к концу урока мы поймем это действование и посмотрим на него другими глазами. Вначале всех благодарю, всех, кто подписывается и кто проявляет активность на канале, ставит лайки, кто комментирует. Спасибо вам большое за поддержку. Вы действительно большая поддержка для нас, и все, что мы делаем для вас, чтобы просто та информация, которая есть, она, вы получали ее, и она как-то помогала, не просто послушали и забыли, а как-то помогала в жизни ориентироваться правильно, выбирать правильные направления и жить той жизнью, которую предлагает нам Бог, а не той жизнью, которую предлагает нам мир. Пожалуй, начнем мы. Друзья, для меня было это загадкой. Вот я давно в синагогах и бываю, и всегда для меня вот этот вопрос, зачем это напиваться, так, чтобы не отличить Амана от Мардохея, для меня всегда это было какой-то загадкой. И я не понимал, и вообще зачем народу напиваться? Ведь священник, который выпивает 50 грамм спиртного, он уже не может ни истолковывать Тору, или читать ее, или давать советы. Поэтому практически мы должны каждую минуту своей жизни дать отчет о своем уповании. Поэтому все так как-то оно не совпадало и не становилось на свои места.
И я в таких ситуациях, когда я чего-то не понимаю, я отодвигаю его в сторону, не стараюсь радикально что-то отрицать или что-то доказывать обратное, потому что в вопросах, которые я не компетентен, я не компетентен. И зачем мне его или комментировать, или выражать свои какое-то там недовольство или непринятие. И не скажу, чтобы я упорно молился по этому поводу, но я молился, чтобы Бог мне открыл в свое время, к чему такая традиция, и на ровном месте она возникла, и зачем, это все, что за этим стоит, в общем. И в один, я не помню, когда это произошло, но это уже так произошло, есть определенный отрезок времени, вот. Бог показал мне интересную вещь. Вы знаете, мой путь, я не раз в нем говорил, что свой путь как верующего я начал в баптистском собрании. Это христианская община была, таких радикальных взглядов и, серьезная такая по всем там уставам и ихним, и по этим. И естественно, что как и все люди, которые проходит через это, я был заквашен вот таким дуализмом христианским и понимал, что есть два Бога. Как, я не говорил, что есть два Бога, я понимал, что есть два Бога, один хороший, один плохой. Вот все, что для меня делается хорошо, это делается хорошим Богом, все, что для меня делается плохо, это делается плохим. Сатан, все мы понимали, что он враг души человеческой, и он действует против человека и все такое. Я так был научен и в этом стоял, но когда я брал тексты Священного Писания, в некоторых местах я видел явное противоречие этому учению. И то, что к примеру, там у Экклесиаста есть место, которое говорит, как ты не знаешь путей там орла в небе и не можешь там еще чего-то видеть, но так и не можешь знать путей Господних, которые делают все. И вот это все, оно как-то меня, всегда, если Бог делает все. И это не одно место Писания, если вам интересно, я могу, в следующий раз или под этим видео задавать вопросы, я изложу места Писаний, в которых об этом говорится. Но я думаю, что доказательств таких очень много, и начиная от книги Иова, там, где, помните, Бог давал четкие указания, и тот, кого мы называем самостоятельной субстанции, вроде бы как он же взбунтовался, и он против Бога и действует, и все делает ему наперекор. А я вижу себя обратное вообще, что он делает только то, что Бог говорит ему, и приходит к Богу среди сынов человек, среди сынов Божьих. Интересно. Второй раз я вижу Михея, да, и когда он вот это панорамное видение видит духов, стоящих перед Богом, и Бог говорит, кто пойдет, и внушит пророкам говорить то, чтобы Ахав пошел на войну. И вызвался один и сказал, я пойду. И Бог спросил его, как ты это сделаешь? Я пойду, он сказал, и стану духом лжи в устах твоих пророков. И Бог сказал ему, иди и делай. То есть мы понимаем, что пророки пророчествуют ложь, не просто так, а потому что Бог повелел этому духу идти лжи и через них это делать. Но еще один момент могу вам привести. Это злой дух, который исходил от Господа на Саула, когда он бесновался. И это тоже не укладывалось в голове. Вы скажете, как вот это все взаимосвязано, и вот это, чтобы не отличить Амана от Мардохея. Объясню сейчас. Вообще, первая заповедь, да, которую я считаю наиважнейшей в законе, и когда-то у Иешуа спросили, какая наиважнейшая заповедь в законе. И он, не раздумывая, ответил, «Шма Израиль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». Слушай, Израиль,
Господь есть Бог, Господь один есть. И тот, кто спрашивал, он говорит, ты правильно сказал, учитель. Действительно, это так. И ну, мы понимаем, что это крышка всего учения. И ну, понятно, что сразу человек, который выходит из язычества, из страны звездочетов, там, где гадание, там какое-то волхование, вот эти разные бабки, это, ну, ему трудно сразу вот так выстроить свое мышление, что Бог делает все. Уже очень много ну, появляется тогда вопросов у него. Он говорит, ну а как же, вот насильники, а вот как же это... И этому есть объяснение, но сегодня я не буду его давать, потому что ну, затянется это, ну, мы уклонимся от темы, и я не хочу сейчас этого делать. Кому интересно, могу это сделать, ну, пишите, я устрою целое такое учение по этому поводу, и вы увидите, что это все, то, что я говорю, оно подтверждается Словом Божьим. Возвращаемся к Мардохею и Аману. Так вот, когда мы, человек согрешил, да, и, ну, по мне, эдемский грех начался с того, что Хава, она взяла к тому, что сказал Бог, добавила свое понимание, и на основании всего этого они попали под обольщение. Почему, ну, часто я читаю чьи-то комментарии, там, в Фейсбуке, в частности, вот христианские комментарии, часто, ну, вот у меня как-то, когда особенно там, ну, женщины начинают вот эти разные дискуссии устраивать и извращать Слово Божье, причем, меня это как-то всегда вызывает такую, знаете, ревность и желание, ну, мне понимаете, вот люди, которые идут против Бога, они почему-то думают, что все, что кто-то говорит, оно направлено против них, ну, не, который, то, что не совпадает с их мнением. И вот и всегда это болезненно принимают. И там, где сказано, что жена, если что-то не понимает, пусть спрашивает дома у мужа. И второй раз Шауль говорит, женщине учить не позволяю, и равно как и господствовать над мужем. И объясняет это почему, потому что не Адам первый согрешил, но Ева, и дальше. Так вот, вот эти слова, да, теми, кто... Казалось бы, должен, ну, если это учение, вы говорите, что вся Евангелие, она богодухновенна, вы же должны это принимать или как? Или вы ну, начинается, а во Христе нету ни женского, ни мужского, так пошли все в баню вместе, если нету ни мужского, ни женского пола. Так вот, понимаете, о чем я говорю? И вот и достаточно... Четко в их действиях вот этот дуализм, о котором я сказал, просматривается. А это не что иное, как попытка объяснить суть вещей, да, ну, земных, материальных и духовных, с помощью дерева познания добра и зла. Когда к Иешуа обращается молодой человек, ну, все любят эту историю, на ней их строят проповеди, учения. Он говорит, первые слова, на них не обращает никто внимания. Он говорит, учителю благий, что мне делать и дальше там наследовать жизнь вечную. Ну вот, и что отвечает ему Иешуа? А почему ты меня называешь благим? Ну, ведь никто не благ, как, кроме мой отец. И здесь понятно, ну, если мы четко всматриваемся в текст и размышляем, будем размышлять над этим местом писания, мы поймем, что Иешуа говорит, человек не способен знать, что есть добро, а что есть зло здесь на земле. Ну и вот этот, то есть он прямым образом отказывается на основании древа познания добра и зла что-то комментировать, что для человека хорошо, что для него плохо. Экклесиаст сказал, что живи по заповедям,
люби Бога, ну, имей страх Божий, это все, что есть для человека. Ну, в этом весь человек. Вот если вы хотите быть человеком, живи по заповедям, бойся Бога, и в этом весь человек. Это после всех вот этих размышлений, когда он говорил, и бедность, и богатство познал. И, ну, в принципе, то же самое говорит и Шо. И, ну, на это внимание никто не обращает, потому что, естественно, что в греческом понимании, что, ну, как же Бог Богу такое может, ну, говорить, что я не знаю, а другой Бог знает. И в этом, ну, основная такая, знаете, загвоздка получается. Так вот, возвращаясь к теме Мардохея и Амана. Если мы будем смотреть на эту ситуацию, как духовные люди, да, поднявшись в высшую точку и глядя на эту ситуацию, какие у нас сразу, ну, если сначала давайте с душевного, с позиции душевного человека, какие у нас ассоциации вызывает там плохое все, абсолютное зло? Мардохей, хороший, абсолютное добро, ведь он же что так восстал и все, и победил. Ну и так и есть на этом празднике, все в трещотки крутят, ногами тупотят, чтобы только заглушить имя Амана. Он зло, добро. А не то же ли это самое, что опять же брать познание дерева добра и зла, и делить этот мир на своих и наших. Та же самая история, ничем она от других не отличается. Потому что если смотреть, вот, ну, я могу эту историю по-другому вам рассказать. Ассимиляция достигла максимальной, ну, то есть максимальности. Если смотреть, там же не один Мардохей был, там был весь Израиль. И никто себе не позволял не поклоняться Аману, кроме Мардохея. И вот поступок Мардохея вызвал возмущение Амана, не других людей. То есть они находились уже в такой степени ассимилированности, то есть их насколько уже предрессировали в той местности, что народ Божий все устраивало, им все хорошо. Так какая разница, кому поклоняться, какая разница, кому там это. И вот Мардохей ставит под угрозу смерти все общество. То есть своим вот этим дерзким поступком, который он говорит, а я не буду поклоняться, я стал стоять прямо перед Аманом, который выезжал на лошади. Вот этим своим поступком, что он делает? Он поставил под угрозу существование всего того общества, которое там находилось. И можно сказать, что вот это зло, а не добро. Потому что погибли невинные люди. Был дан приказ уже на погибель. И если бы не Бог, то естественно все, что все так бы и было. Это был бы новый Холокост. И вошел бы он в историю как Холокост, как гибель, массовая гибель и убиение невинных детей и женщин. На уничтожение было дано на всех, приказ об уничтожении на всех евреев. Не только мужского пола, но и детей и женщин. И теперь, друзья, что мы дальше видим? Аман, который возмутился этому, он что сделал? Он пошел, накляузничал. И что происходит? Весь Израиль вспоминает, что есть Бог. И весь Израиль идет в пост, посыпает свои волосы пеплом и говорит: Господи, если ты нас не помилуешь, не спасешь. А я говорил в предыдущих уроках, в предыдущем уроке, их мышление, их понимание, что Бог их предал, Бог их отверг, и какой Бог. Но вдруг они вспоминают, что есть Бог. И мы можем сказать с такой же уверенностью: Аман — абсолютное добро. Вот что он сделал своим поступком. Понимаете? И почему существует этот обычай, чтобы напиться до той степени, чтобы не отличать Амана от Мардохея? Да потому что в этот праздник мы вот эту грань, этот праздник подчеркивает, что нам, еще раз подчеркивает, это не одно место писания,
подчеркивает то, что нам надо отвратиться от древа познания добра. Ведь что благо для человека, а что нет, знает один Бог. И он говорит: только я знаю намерения о вас. Намерения во благо, а не во зло. Понимаете? И вот когда мы, исследуя эту традицию, да, приходим к такому умозаключению, мы становимся в какой-то мере свободными людьми. Потому что вот этот ропот, бунт, недовольство, которое сопровождает нас, когда что-то происходит не по-нашему, я хочу, чтобы так было, они потихоньку начинают уходить из нашей жизни. Понимаете, о чем я говорю? И естественно, что этот момент, это момент личного откровения. И что мы делаем? Мы делаем из такой, казалось бы, по нашему пониманию, опять же, такой традиции, мы извлекаем ту жемчужину, которую Бог туда заложил, и которую существует по все время до этого времени. Это как вот на Песах заматывают в салфетку мацу и прячут ее, афикаман, тайна. Для одних это тайна, для других это открытая тайна. К чему я веду? В любом том действовании, которое Бог производит со своим народом, как бы оно нам ни казалось ненужным, мы можем отыскать тот жемчуг, если мы сориентированы на Слово Божье, если мы утверждены в нем, и если это твердое основание для нас. Не так, что мы сказал за женщин, да, и не довел до конца тогда эту мысль, перешел на другую, перескочил, прошу прощения. Вот цель, которую преследовал Шауль, она не против женщин, она за женщин. Потому что давление духовного мира, которое идет на тех, кто учит, и тех, кто берет в свои уста Слово Божье, оно огромное. Это я могу вам сказать по своему опыту. И чтобы оградить от этого женщин, Шауль говорит об этом: не надо, потому что тогда вы не устояли. Вы думаете, Ева была менее совершенна, чем все остальные поколения женщин? Да нет, она такая же, и может быть даже совершеннее была, потому что тогда еще не было греха. И она не устояла. Женщина немного устроена не так. Она более эмоциональна, она более склонна к расширению полномочий своих, понимаете? А вот мужи Божьи, почему женщины вот так себя ведут, а это уже проблема мужчин. Потому что они оставили свою прямую обязанность в семьях, домах, и многие попали под каблук или сбросили, как говорится, а на самом деле сбросили всю ответственность на свою жену, а сами припевают, чухают пузо, а она от этих стрессов и всего остального загибается в молодом возрасте. Понимаете? Поэтому здесь ни слова никогда не было и не будет против нас. Оно всегда за нас. Важно это просто понять. И важно отказаться от древа познания добра и зла. Пока этого не сделаете и будете вот так делить мир на то, что мне хорошо, а то, что для меня плохо, пока ничего хорошего в жизни так не будет получаться. И можно тысячу раз выставлять себя свободным человеком, можно перед всеми вот так бравировать какими-то своими познаниями, которые только тебе кажутся умными, но на самом деле при этом оставаться рабом. Рабом несчастным, которого очень легко вот так чуть-чуть надавить, и сразу открывается его нутро. Друзья, только отказ от древа познания жизни переводит нас к древу, который охраняется ангелом с мечом.
И этот ангел не допустит туда ни одного человека, который, взяв этот плод, пытается еще и к жизни, к древу жизни прикоснуться. Нет, так не бывает. Нельзя быть, угождать двоим. Надо или то выбрать, или другое. И нравится вам дуализм этот, нравится вам играть в хорошего и плохого бога, играйте. Но знайте, что к древу жизни вы не имеете никакого отношения. Нет, то советую отказываться. И вот эта традиция праздника, она пусть вам будет в помощь. Действительно, если мы своим человеческим разумом будем стараться понять, что есть добро, что зло, то можно вот такую мешанину сделать. Я показал вам просто пример, как можно все переиначить и сделать из Мардохея зло, а из Амана добро. И тут ничего, главное, кто эту информацию будет подавать. И на чью сторону он заангажирован, понимаете? Здесь и так вот с помощью вот этих информационных потоков человеком легко управлять, человеком легко, короче, дурманить им голову и все остальное. Но пусть у вас так не будет. Хах Пурим Самеах, друзья, до новых встреч. Спасибо, что приходите на канал, спасибо, что подписываетесь, спасибо, что ставите лайки. Друзья, пусть все у вас будет хорошо. И желаю, ну, вам всем совершить этот действительно непростой выбор. Но, как сказано в Торе, и мы будем об этом говорить, как сказано, избери жизнь, чтобы жить. Вот жизнь и смерть предложила тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жить. Всех приглашаю к древу жизни. Всего хорошего, до новых встреч. Шалом, шаббат шалом, с наступающим вас шаббатом. И пусть он принесет вам много радости и много мира в ваши дома и семьи. Шаббат шалом.